хочу рассказывать про красоту Италии. Лучше посмотрите на эту красоту. В Италии надо поднимать бокс. Еще dobbiamo parlare pugilato, far crescere ancora di più il pugilato in Italia. Сильнейших стран бокс. Fa parte dei primi 5 posti del ranking надо mondiale. Надо это возрождать. Что dobbiamo. Такой музейный вот экспонат. Presidente, vede che qui siamo tutte donne, ma anche le nostre atlete, le atlete italiane sono qua. Я очень рад находиться на итальянской земле. Sono molto felice di essere in terra italiana. Для меня Италия это святая земля. Per me l'Italia è una terra santa. Потому что есть земной шар. Existe il globo. В земном шаре есть сердце, откуда шла культура мировая. La terra c'è un cuore, da cui partiva, da cui è partita la cultura mondiale. E также культура бокса. E anche la cultura del pugilato. И насколько здесь сохранена эта культура веками. Questa cultura si è conservata qui per secoli. Я вдвойне рад, что именно в Италии, в Ассизи, будет Академия бокса. Вы очевидцы. Сегодня состоялось подписание в Италии, в Ассизи, о создании Академии бокса европейской. Происходит через, думаю, месяца 2-3 мы ее откроем вместе с вами. Так что вы первые, кто это начал. Мы где? Прилетели в Польшу. В Польше чемпионат мира среди юниоров. Завтра открытие. Но сегодня тренировка в замке старом. Будет очень интересно. Жду не дождусь. Мы сегодня проведем тренировку совместную. Я хочу быть такими же, как вы, рядом с вами. Вот. Моя задача – создавать для вас условия. И все, что вам надо, я всегда буду с вами рядом и помогать. Вот представляете, Римская империя, руками раньше люди эти колонны строили. Сегодня сможете? А? Слабо? Так вот.
день начался так. Утром у меня была зарядка. В обед было подписание о создании Академии бокса Европы. Вот. Потом пресс-конференция. Сейчас приехали, где будет Академия. Сейчас вам покажем, расскажем, что будет, как. Тут музей бокса будет. Тут обучать будем менеджмент, тут совместный сбор будет, национальный сбор проводить. В общем, очень огромный, колоссальный проект. И, конечно же, социальные проекты тоже будут. Да. Дух боксерский, запах. Чтобы вам понять, зайдите в зал бокса и поймете дух победы. Почуете запах. Друзья, наш товарищ и друг, олимпийский чемпион Роберто Камарелли, чемпион олимпийский Пекино 2008. Пекино. Аргенто, золото. Лондра 2012. Серебро в Лондоне. Бронзо Атене 2004. И бронза в Афина 2004. Два чемпион мира. В общем, крутой парень. Самое главное, что он двукратный чемпион мира. В пары, у нас сегодня совместная с ним тренировка, я ему сразу сказал, в пары я с ним не стану. No par. No par? No par. Мне думать, что надо. Я бы хотел бы даже, может быть, чтобы он председателем комиссии для воздействия работы фундаментария, а не тема, где президент работы все. Вот туда. Я сейчас подумаю, как сделать. Поддерживаешь? Да, потому что в комиссии будет Льюис, Рой Джонс, и он войдет в комиссию нашу. Great champion. Да? Все наши чемпионы будут заниматься реформами Международной ассоциации бокса. Вот так вот. Алло, бокс должен управлять боксом. Grazie, боксеры, то есть управлять боксом. Grazie, questo è l'ingresso del nostro museo. Questi sono i nostri più grandi pugili. Должна иметь такой музей. А самое главное, в 60-х годах в Риме была Олимпиада. Вот это, на этом ринге тренировался сам лично Мухаммед Али. И гонг тот же. Так вот. И мешок сохранился. Саша, а вот на ринг поднять. Да? Почувствовать надо. Надо помнить историю, чтить ее, и у нас будет хорошее. Мы будем знать, что сегодня делать. И у нас будет хорошее будущее. Ну вот тогда матч-реванш давай готовить. Сам он на ринге, да? Окей. Все. Сегодня будет его первая тренировка, будем готовить его к матч-реванш с Джошуа. В общем, на Олимпиаде он был в финале с Джошуа. Учитывая, что Джошуа в профессиональном боксе выступает. И бой был спорный. Вот, даже говорят, что Джошуа там проиграл. Но... Мое предложение его подготовить сегодня первая тренировка и сделать ему матч-реванш. Да? Да. А пропустил прямо на момент делать фунта ревинч. Если получится, конечно же. Очень плодотворная работа у нас с совет директоров провели. Сейчас у нас совещание с комиссией. Ну вот, комиссия, каждая комиссия у нее свое направление. Это соревнования, судейство, маркетинг. Вот с нами. Наши члены совета директоров, Владимир, Шелли, вот, и Катар с нами там дальше. Также у нас генеральный секретарь, олимпийский чемпион, Мухаммед, Америка, Венесуэла с нами, Африка. В общем, работаем. Разворачивайся туда. Ждем выхода ребят. Сегодня победитель станет чемпионом мира. Волнение, волнение.
Самое интересное, кстати, я пропустил. Здесь были танцы, представляете, перед финалом. Я их прозевал. И вот меня руководитель Федерации Польши ругает. Говорит, как ты мог пропустить эти танцы, да? Танцы. Танцы. Но обещает повторить. Повторить, да? Золотая. Но самое главное посмотреть ребят, как будут боксировать. Наконец будет повторка. То самое. Хорошо. Но обещаю в конце повторить. Поделюсь с вами тоже. Серьезное зрелище. Ребята все стремились к победе. Ну, столько эмоций было, у меня уже сил не осталось. Осталось только вот сейчас силы наградить. И вылетаем. Куда? А вот вы угадайте. Место, вот это будущая академия. Да. На этом этаже будет вся практика проходить, практическая часть. Да, ринги, очень правильно. Здесь создадим все структуры для теоретических занятий. Теория. Все будет изолировано, будут сделаны классы. Хорошие, да. Офисы. Ну, надо сделать, чтобы как сборы тоже, чтобы проводили сборы. Сборы все внизу. Практика внизу, здесь будет теория. Да. Мне уже пора переодеваться, я пошел переодеваться и проведу тренировку с местной национальной сборной, с ребятами. Ребята ждут, опаздывают. Переоделся, готов к тренировке. Вот видите, что бывает, когда олимпийский чемпион бросил тренироваться. Нельзя бросать. Не просто будет. Не просто будет с олимпийским чемпионом контратаку проводить. Контратаку. Пары. У нас сегодня совместная с ним тренировка. Я вам сразу сказал, в пары я с ним не стану. No par. Bruni. Thank you. Our eyes are closed. Ara. Blitzi. Hear my chest, how it beats with you. Put your hands on me. Вот и провели тренировку. С ребятам спасибо, классная была тренировка. Особенно олимпийским чемпионам. Ему спасибо, хороший класс показал, но чуть-чуть заелся, да? Да. Форму матча и вам. Президент. Окей. Бокс.